Что ж, всем здорово. Не знаю, стоит ли включать вебку сейчас. Мне кажется, меня будет видно не очень хорошо. Вроде как-то более-менее, но не байся. Ну ладно, все, давайте начинаем уже. Подождем еще чуть-чуть, минутку, может, как придет. Так, ну ладно, наверное, уже будем начинать. Загрузить. Загрузить, поехали. Блин, меня так дерьмово видно, вообще ужас. Я фокусироваться не хочет. Ну как фокусироваться? Бля, в КСК с таким светом играть гораздо лучше. Так, короче, сейчас сегодня мне гораздо лучше себя чувствую, чем вчера вечером. Может быть, даже поиграем подольше. Так, контракт на Алигулей. Коллекционер готов заплатить за костный мозг 3 Алигулей. Нужна запись бестиария об Алигулях. Мы, по-моему, уже получали запись бестиария об Алигулях. Мне нужно достать для Жана Пера 10 волчьих шкур. Контракт на плавунов. Мне нужно достать 10 языков. О, для Зигфрида. Нормально. Об эхинопсах. Вот. Так. Остального Боба мы сбили. Это хорошо. К Талеру. Так, погнали, короче, к Талеру сейчас. Да, сейчас зайдем к Талеру, спросим его о серебряном мече. Прикол. Нормально, нормально. Шибалок. Спецордена. Окружение. Ты то о таком говорил, Зигфрид? Зигфрид — это тот рыцарь из канализации. Будь я проклят, это ты! Как Атрик встревожил нас уже некоторое время. Я слышал, бой был трудным. Ничего особенного. Молодая особь быстро погибла. Что у тебя за дело? Могу я купить у тебя что-нибудь? Конечно, друзьям Зигфрида мы всегда рады. Если хочешь что-то купить, поговори с моим подмастерьем, а я занимаюсь перековкой оружия и особыми заказами. Пока. Хорошо. Приветствую тебя, господин. Ты подмастерье кузнеца? Сударь, я пол подметаю, разжигаю горн, управляюсь в лавке. Можно взглянуть? Как пожелаете. Так, что, есть что-нибудь последнее? Сериканская смесь.
Интересно, реально мне нафармить еще 3000 монет? Чем? Могу. Конечно. Пока. Это ё-моё, пока-то, не пока еще. Чем? Могу. Конечно. Одинаково будет получше. Давайте пока погуляем, походим. Пождем мало. Так, что у нас еще имеется? А, Жалко, что я все пропустил. Не к добру это. Больше к добру. Вот что я сделаю. Меня тварь какая-нибудь сожрет. Геральт. Белок на виселицу! Милздарь, не расскажешь мне, что происходит? Всяк, кто содействует, торгует или оказывает медицинскую помощь оным сукиным детям или любым иным способом творит измену против королевства, будет предан в руки палача и окончит свою жалкую жизнь на виселице! Старый стеллар, что есть у меня? Бутылка. Сохраняемся. Я вот так понял, что можно сохранить как можно чаще. Я скупщик. Я покупаю и продаю. А чем торгуешь? А всем, что можно продать. Ну так что? Будем рожи корчить или у тебя чертово дело? У тебя дома стражники нашли меч ведьмака. А тебе-то какое дело? К тебе приходил еще один ведьмак, Беренгар. Этот долбанный меч не его! Откуда ты знаешь? У меня есть другое имущество твоего дружка, а меч не его. Другое имущество? Да, причем не меч, дошло? Может быть, его обоссанные подштанники, например. Как у тебя оказались вещи Беренгара? Ты упрямый, как стадо ишаков. Купил у посредника. Где мне его найти? В кудлатом мишке. Но он с тобой говорить не будет. Его зовут Кирпич. И все же откуда у тебя ведьмачий меч? Может, скажу. А что с этого буду иметь? Я не перережу тебе глотку, как свинье. Это честная сделка. Я купил его у одного мазурика в таверне под кудлатым мишкой. Описать его сможешь? А зачем описывать лучшего игрока в кости в этом городе? Наш выдопердающийся чертов фокусник. Как у тебя оказали... Ты упрямый как... Ты не понял. Тогда эту информацию ты получаешь бесплатно. Но остальное по нормальной цене. Ну, третий мечерь. Так, книга Игл, я открыл всегда. Парни Хайрмор, содержит потом зелий. Судебная медицина. Давайте. Так, слышал про саламандр? А, рептилии хренососовы. Да я про них слышал. Но ни хрена не понимаю, что им нужно. Амфибии. Чего, блин? Саламандры, амфибии. А теперь расскажи, каким образом ты с ними связан. Да черт меня дери, если я знаю. Ты ведешь дела с саламандрами?
Ты чё, с лошади рухнул? Откуда такие мысли? Откуда у тебя вещи Беренгара? Ядрёно, вошь, я скупщик! Тебе картинку нарисовать, что ли? Ты считаешь, я должен каждого вора спрашивать, откуда он спёр эти вещи? Давай лучше я нарисую тебе картинку. Определенная организация «Саламандры» охотится на ведьмаков. Ведьмак Беренгар исчезает, и все, что у него было, попадает в руки к скупщику. К тебе. Улавливаешь? Срать я хотел на твои картинки. Я ничего не знаю про Беренгара. Спроси у моих поставщиков лучше. Кроме того, я бы не выжил в этом... Так, блин, мне чат съехал. Вот так вот. Я верю тебе. Вину нужно доказать. Так что пока будем считать, что ты не имеешь к этому отношения. Но наконец-то! Явление Дикстры, аса разведки! Ядрёна вошь, какой, блин, глубокий анализ! Если что-нибудь еще выяснишь, или если понадобится информация, приходи, перетрём! А я еще не договорю, куда спать. Объясни, почему стражники тебя терпят? Хе-хе, это секрет фирмы. Надо уметь о себе позаботиться. Позаботиться? И ублюдские стражники, и придурочные воры, всем я нужен. Это искусство, ведьмак. Я веду дела со всеми, поэтому у меня иммунитет. Это ты так говоришь. Ну так что, будем рожи корчить или у тебя чертово дело? Пока. Так, сейчас пока, сейчас еще раз сохранимся, чтобы сюда на вот не проговаривать. Мне это не шибко хочется еще раз сам проговаривать. Ну так что? Совсем еще раз дорогу подошел. Будем рожи корчить или у тебя... Играешь. Да я самый курва, моя мать, великий игрок в покер. А что? Сыграем? А кишка не тонка? А ты проверь. Да ты не сомневайся, я ведь так сучья мать и сделаю. Поехали. А тут ставочки не просто не ставят, нифига. Давай, 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 давай. Ну. Повысим, пожалуй, чуть-чуть. Две косточки. Я надеюсь, выпадет пятерочка или четверочка. Давай, 5-4. Лучше бы еще и четверка выпала, было бы гораздо лучше, но... Плохо. Давай. Одна пара. Одна пара. Давайте повышаем. Пофиг, повышай. Так, две единички. И у него сет выше, еще пара. О, сет и пара, неплохо, неплохо. Full house. Идем. Хотя, мне кажется, я что-то проиграл. Хочется у нас его перепить, мне интересно. Так, на кто пользуется.
Короче, вернулся. Нормально он там сосует. Пить с тобой одно удовольствие. Я тебе кое-что покажу, хотя и не должен бы. Наткнулся тут на книгу одну. История Реданской секретной службы. Чертов свиток давно уже считался пропавшим. Нормально. Не сейчас. А ну все. Блин. Постоянно. Золото. Ну так он все быстрее играет. Долго с тобой говорить. Мне кажется. Золото, ну ты куда пошел? Да, он только раз быстрее ходит, офигеть. Слышал о новых убийствах в портале Нелюдей. Как говаривал маршал Раупенек, хороший эльф, мертвый эльф. По мне, так все нелюди одинаковые. Эльфы хуже всех. Так. Да, Золон, подожди, ты куда ты идешь? Ведьмак! Золтан Хивай с собственной бородатой персоной. Рад тебя видеть. Тебе таки удалось пробраться в город, Геральт. Отлично. В Вызиме всегда полно работы для ведьмака. А ты, Золтан, как ты сюда попал? Мерзкие нелюди всегда найдут способ пробраться в дома людей, нарушить их покой, насыпать песку в жернова на мельницах и в шестерне на фабриках.
Хватит язвить. Послушай, Золтан, я хотел кое о чем поговорить с тобой. Говори, что у тебя на уме? Я выиграл уже несколько партий. Поздравляю с потерей невинности. Теперь ты можешь играть в настоящую игру. Где мне найти этих знаменитых вызимских игроков? Там же, где и прочие незаконные развлечения. В окрестностях кудлатого мишки. А это интересно. Не удивляйся, если кто-то откажется с тобой играть. Важные персоны играют только с профессионалами. А как можно стать профессионалом? Выиграй 4 профессиональных игры, и тебя с радостью примут за каждым столом. Мне надо выиграть у 4 профессионалов. Пустяки. А подожди, ты не договорил. Говори. Ну как у тебя дела? А ты никогда не думал о том, чтобы жениться, Геральт? Понимаешь, Золтан, моя профессия вряд ли может способствовать счастливой семейной жизни. Бесплодие, постоянный риск, отсутствие дома. Мало какая женщина согласится на такую жизнь. А вот меня, видишь ли, одолевают сомнения. Продолжай. Не знаю, мы с ней давно не виделись, и я начинаю уже ревновать. Всем ведь известно, насколько привлекательна краснолюб. Ну, понимаю, Золтан. Предлагаю напиться. А если это не поможет... Ты что, смеешься надо мной? Как я смею? Хорошо. Потому что ничего смешного здесь нет. Так, ничего не слышал о банке Вивальди. Ничего не слышал о банке Вивальди. Банке Вивальди? Вивальди теперь не имеет к нему отношения. Только имя его в названии осталось. Почему? У банка теперь новые владельцы. Люд. Это многое объясняет. Да? Я ищу хорошо оплачиваемую работу. Говорят, на лодочной станции на болотах чудовища совсем расшалились. Все только и делают, что жалуются. Начиная с лесоторговцев и заканчивая мелкими купчишками. Как ты думаешь, они готовы заплатить ведьмаку, чтобы тот избавил их от опасности? И с кем мне стоит поговорить по этому поводу? Обратись к Лео Вардену. Он рыбешка крупная, скупиться не должен. Ты найдешь его на пристани. Он следит там за погрузкой и разгрузкой товара. Спасибо, Золтан. Я подумаю над этим. Говори, что у тебя на уме? Есть пара минут. Я хотел поговорить. Что случилось? Предупреждаю сразу. Разговор будет философским. Понятно. Смысл жизни, все такое прочее. Ну что ж, говори. Зло, с которым борются ведьмаки, происходит из действий хаоса, рассчитанных на то, чтобы нарушать порядок. Ибо там, где распространяется зло, порядок установить невозможно. И вместо луча мудрости, искры надежды и костра тепла, везде правит тьма. А во тьме нет ничего. Только кровь, клыки и когти. Как в предместье. Неплохо сказано, ведьмак. Но, как сказала молоденькая Кера королю Вриданку при их первом свидании, не дурная штучка, но есть ли у нее какое-то практическое применение? Суть существования и оправдание существования ведьмаков поколеблены, поскольку борьба добра со злом теперь идет на другом поле боя и ведется совершенно иначе. Зло перестало быть хаотичным, перестало быть слепой и стихийной силой. Сегодня зло действует по праву закона, ибо у него теперь есть права. Оно действует в соответствии с заключенными договорами. Это и называется прогресс, Геральт. Население растет, увеличивается продолжительность жизни. Теперь мы можем отгородиться высокими стенами и убивать друг друга тысячами. Прогресс на вроде стада свиней. Дело выгодное. Есть тролльки, есть слонина, есть холодец с хреном. В общем, есть удобство. И нечего нос воротить, потому, мол, что всюду насрано. Насрано там или не насрано? Но ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Как я могу это делать, если настоящие чудовища, по сравнению с которыми даже дракон выглядит невинным щенком, бродят по миру, скрываясь за идеалами, верой или законом? Послушай, самое большое зло в этом мире, а заодно и самая большая куча дерьма – это относительность морали. Она убила больше народу, чем чума Катриона и все драконы вместе взяты. А ведьмаки будут нужны всегда и везде, независимо от того, куда приведет нас наше стадо свиней.
Как говорил старик-король Дезмот, глядя в свой наполненный ночной горшок, умом все это не объять. Спасибо, Золтан. Что-то я ничего не понял. Кажется, я тебя понял. Все, отошел. Я так много забыл. Эльфы и краснолюды живут под одной крышей. Ужас! Эти недомерки грязнее свиней. Дверь в дом Вивальди. Рау, сохранимся. Баклерская белая. Что? Привет тебе, краснолюд. Сразу краснолюд. Не успел рта раскрыть, и тут же расовая сегрегация. А как мне тебя называть? Да как угодно. Как все в этом проклятом городе. У людей есть все, у нас нет ничего. Я не гражданин Вызимы. И я не человек. Да? А кто же ты тогда? Ведьмак. Мутант. В таком случае извини. Я принял тебя за очередного вызимского сукина сына. Я Голан Вивальди. Мой кузен из Новиграда. Вимми Вивальди как-то встретился с одним ведьмаком. Тот, похоже, был специалистом по возврату долгов. Я Геральт. Приятно познакомиться. И я не занимаюсь долгами. Что привело тебя сюда, ведьмак? Я провожу расследование. Ищу лидера одной организации. И ты подозреваешь меня, потому что я краснолюд? Извини, что подозревал тебя. Я знаю, что ты потерял свой банк. Приятно, что ты так честен с краснолюдом. Без проблем. У меня есть полезная информация про Яведа. Иногда могут помочь любые детали. Я просматривал документы еще десятилетней давности и наткнулся на его имя. Он проплачивал через мой банк обучение в школе чародеев в Банард. Но школу он так и не окончил. Его вытурили оттуда, потому как занимался такими областями магии, которые нашим магам претят. Он прекратил оплачивать обучение, и на этом его следы в банковской системе теряются. Ты имеешь дело с ренегатом, к тому же очень опасным. Уж если ему удалось избежать смерти от рук магов... Что? Надеюсь, тебе удастся вернуть свое имущество. Дело не только в золоте. Этот банк принадлежал моей семье на протяжении поколений, а сейчас принадлежит какому-то необразованному человечишке. А, пустая трата слов. И вы, люди, еще смеете называть это законом и справедливостью. До встречи. Интересно, можно банк вернуть? Честно, не помню. Один, который устроил домиушку.
Здорово, Визер, здорово. Извини, возможно, не заметил сразу. А где Тайлер-то? Промотал, что ли? А, он окей, мой. Лавки вот дома. Я ухожу отсюда. Уходи. Е-мое. Теперь там кузнеца. Ага. Так, больше ничего интересного нет. Безделье утомляет меня. У него тут кино-то. Какая бухает. Неплохо он так сидит. Набрал. Известно. Наконец-то хоть один храбрец откликнулся. И никто иной, как ведьмак, сам Геральт. Мы снова встретились. Мне снова нужна твоя помощь. В чем? В этот раз серьезное дело. Я наткнулся на нечто, что может стать сенсацией в алхимии. Более того, это связано с твоей профессией. Расскажи подробнее. Извини, я задумался. Ты хотел дать мне какую-то работу. Ведьмак, у тебя есть возможность помочь мне завершить дело всей моей жизни. В лесном болоте около Старой Вызимы стоит таинственная башня. Не продолжай, я знаю эту сказку. Наверху принцесса, внизу дракон, спасибо, я пас. Пожалуйста, помолчи. Мне очень нужно твое внимание. В легенде говорится, что башню построил маг и алхимик. Никаких принцесс, никаких драконов. А в чем заключается моя работа? Маг умер много веков назад, и про башню давно забыли. Сила, которая заключена в ней, вышла из-под контроля. И теперь она уродует существ, которые подходят к ней слишком близко. Короче говоря, создает монстров. Именно. Я хочу исследовать этот источник, ведьмак, и написать диссертацию, которая обессмертит мое имя. У меня появится доступ к секретам, которые долгие годы хранились в этой башне. К несчастью, башня заперта. Я заплачу 1000 оренов любому, кто поможет мне пробраться внутрь. Ладно, но мне кажется, выполнить это задание будет сложнее, чем кажется на первый взгляд. Посмотрим, что я могу сделать. Если бы задание было простым, я не стал бы тратить время и деньги на ведьмака. Разумеется, попасть в лабораторию могущественного мага непросто. Сначала нам надо собрать подробную информацию об этой башне. И откуда мне взять эту информацию? Рассказы старых людей и болотных жителей, легенды, но больше все-таки стоит верить старым книгам. Записанная мудрость более надежна. Какие-нибудь названия? Ну, нам совершенно точно понадобятся врата тайны Рансанта Альвара и старый алхимический трактат «Айн Соф Аур». Я знаю об одном экземпляре «Врат тайны». Его владельцем был какой-то краснолюд. Вторая книга, которую написал какой-то гном, давным-давно потеряна. Найти ее будет непросто. При случае ты сможешь испробовать мое последнее изобретение. Кристалл, который связан с местами силы и моей лабораторией. Он позволит тебе телепортироваться, расщепляя твое тело на миллиарды частиц, которые переносятся с места на место вне мировой линии в пространстве времени. Его я использую в местах силы, этого достаточно. И он перенесет меня в твою лабораторию. Я очень на это надеюсь. Есть вероятность ошибки, но минимальная. Спасибо, спасибо, да. Вполне полегчало.
Так, ага. Еще есть что полезное? Черный порох. Селитра. Сразу не хватает все равно. Теркут. Так, значит сейчас надо идти на болото. Болото, я помню, что я не люблю туда ходить. Я это хорошо помню, мне там не нравится. Здравствуйте, добрый господин. Приветствую, кто ты? Чищу обувь. К вашим услугам. Если нужно стереть эту гадость с сапог, всего два арена. Давай. В первый раз в Изиме. Можно сказать и так. Расскажи мне про город. У нас тут есть серьезные проблемы. Из-за чумы ввели карантин. Леса и болота кишат белками, которые сражаются с орденом. Монстры плодятся сотнями, а мы, в свою очередь, боремся с обыкновенными и не слишком обыкновенными бандитами. В общем, как пел один бард, вы зима, как горящий бордель. Меня интересуют необычные бандиты. Есть одна странность. Они ведут себя как спецназ, хотя с тимирианской разведкой они не связаны. Действуют они жестоко, но эффективно. Работают, как правило, по ночам. Зачем они здесь, непонятно. Так. Говоришь, ты не как чистильщик. У каждого есть скелет в шкафу. Моя история вряд ли тебе будет интересна. Давай перейдем к твоим башмакам. Я и без того достаточно тебе наскучил. Эй. Мне слишком мало платят за такую работу. Геральт, рад тебя видеть. Куда направляешься? На дамбу. Проход нет. Капитан велел никого не пускать. Почему? Приказ капитана. Поговори с ним. Господа, разве так обращаются с героями? Это же Геральт, ведьмак, спасший зиму от ужасного Кокатрикса. Герой? А, ну это другое дело. Считайте, что он один из нас. Ну, в таком случае проходите, милздарь Геральт. Сегодня в таверне мы выпьем за ваше здоровье. Благодарю, Зигфрид. В каналах меня ждал сюрприз. Рыцарь пылающей розы. С головы до пят погруженный в вонючее месиво. Я из принципа работаю один, но не мог упустить случай увидеть рыцаря ордена в деле. Должен признать, что для человека у него получилось неплохо. Кроме того, он выразил благодарность. Денежки. Нужно взять квест, чтобы заработать денежки. Нужно 5000 аренов заработать. А у меня 1500. Все чуть-чуть осталось. Снова ты? И как тебя только в город пустили? Ты купец Леува Арден? Ну да. Я ему помог, а он... Поговорим. Да? Вообще офигел. Как дела?
Ведьмак, ты что считаешь, что я репой на улице торгую? Я почтенный купец. Ты даже представить не можешь, какие сделки я проворачиваю. Понятно. Ты невыносим. Ты путаешь небо со звездами, отраженными в поверхности пруда. Я жду важных новостей. Давай поговорим. Да? Да? Я слышал, хорошая речь, твари знаешь. На болотах мешают перевозить грузы. Это правда? К сожалению, да. Но думаю, ты не из любопытства спрашиваешь. Я надеюсь, кто-нибудь заплатит мне за их уничтожение. Возможно, меня это заинтересует. Пристань находится около болота, она очень важна для моего бизнеса. С тех пор, как появились эти твари, я постоянно несу убытки. Ты можешь описать твари, которые нападали на твоих людей? А что там описывать? Я знаю, что это утопцы. Выходят по ночам, уничтожают товары и убивают людей. Я заплачу 400 аренов, чтобы избавиться от них. Тебя это устроит? Конечно. Вести с тобой дела одно удовольствие. Офигенно, 400 аренов за утопцев. Именно. До свидания. Кайф. Редания и Тимерия ведут торговую войну. Информативно. Давай, болит, сюда мне пройти надо было. Так, сохраняемся, не забываем сохраняться. Транспортные услуги по лучшим ценам. Да, это ощущение, что болеешь. Перейди на другую сторону. Время – деньги. Ты определился? Я тебя не спрашивал, повезешь ли мне на другую сторону. Или могу ли я переплыть. Я показал Ладно. Готов? Че угораешь? Ага, плывем на болото. Интересно, а предместье еще могу вернуться как-то? Интересно просто. Утопцы. Болотные испарения, утопцы и промокшие. Нужна лодка. Вот и все, что меня здесь ждет. Ты кто такой? Ведьмак. Ведьмак? Ну-ну. А мне казалось, старый Лео Боннард от вас избавился. Боннард? Никогда о нем не слыхал. И вряд ли услышишь. Он в земле. Каждый, кто занимался нашей профессией, рано или поздно встречает более сильного противника. Какой это вашей профессии? Я охотник за головами. Что привело тебя сюда? Я пришел... Наконец-то! Я вернусь как... Я буду здесь! Угу. Так кем был этот Боннард? Старый Лео был легендой. Смотреть, как он работает, было одно удовольствие. Чем-то он был похож на тебя, ведьмак. Он тоже убивал без эмоций, без гнева и без печали. Так же, как ты убиваешь, к примеру, утопцев. Он был лучшим. Высокий, поджарый, и эти невероятные глаза. Один взгляд этих пустых рыбьих глаз мог сломить человека. Он был магом? Нет, обычным человеком, по крайней мере физически. Он убил несколько ведьмаков, тех, которыми были недовольны крестьяне. Ваши ведьмачьи рефлексы и магические трюки – ничто по сравнению с его мастерством. Но он мертв. Ты сам сказал, ему попался более сильный противник. Да, так что, ведьмак, береги себя. Прощай. Информативно. Дед. Эй, сынок! Я не твой сын, дедушка. Угадал, как меня зовут. Они меня тут зовут дедушкой. Меня называют по-разному, в основном Геральт или паршивый выродок.
Людям нравится все преувеличивать. Ты ведь не паршивь? Не хочу тебя обидеть. Без обид. Я уж точно запаршивею, если еще раз полезу через это болото. Да. Скажи мне про башню мага. А почему тебя интересует это старое строение? Я хочу проникнуть внутрь. Чистолюбивая цель, но чистолюбие — ключ к успеху. Нравишься ты мне, сынок. У меня дома в сундуке лежит книга. Прочти ее и узнаешь то, что знаю я. Спасибо, дедушка. Интересно, получится у тебя или нет? Что это? Гроза приближается, сынок, берегись молний. Толку от тебя не добьешься. Слушай дедушку, сынок, поскольку мои суставы ноют, верно, будет гроза. Вернулись. Приятно будет разобраться. Я ищу работу. А, мечи. Кажется, я знаю, какую работу ты ищешь. Может, ты захочешь сопроводить меня в часовню, чтобы я помолился? Я стар и уже не сдюжу отдубасить чудище своей палкой. Я имел в виду работу, которая принесет деньги, но все равно я отведу тебя туда. Ладно. Пошли. Дедус. Куда нам идти-то хоть? Где это нет? Дед, пердед. Эти топкие ямы, видимо, не что иное, как глиняные карьеры. Вот где работают эти чертовы психи. Да. Мне они показались вполне нормальными. Кирпичники всегда притворяются нормальными, когда встречаются с чужаками. Они скрывают свою веру. Можешь поверить, что эти полудурки поклоняются рыболюдам. Люди иногда верят. Но уверовать в покрытую слизью рептилию с выпученными глазами? Серьезно?
Эти водяные даже говорить не умеют по-человечески. С ними приходится общаться при помощи предметов. Любопытно. А можно подробнее? Люди общаются с рыбоидами, оставляя предметы на особых алтарях. Каждая вещь имеет особое символическое значение и читается как намерение. Водяные отвечают точно так же, оставляют предметы на алтаре. Какие предметы? Я точно не знаю. И черт бы меня побрал, если меня это интересует. Поговори с теми, кто этим занимается. Но кирпичники не рассказывают всего возможным богохульникам. Довольно! Довольно! Слушай, давайте ласточку сейчас выпьем. Заранее. И Филина. Филина. Довольно! Довольно! Эй, дедушка, пошли. Собака. Ай, блин, я не сохранился еще перед этим, наверное, офигенно. Как-то она меня прям очень быстро вынесла, это хрень. Ужасно быстро. С мясом не... Я случайно слышу. Че, она схавал физ, что ли? Теперь можно идти. Так, давайте сейчас чем-то еще схавим, чтобы быстрее хилиться. Довольно! Довольно! Так, у меня там была алмазная пыль. Сейчас сделаю вот это. Сохранимся. Погнали. Где он? Нифига. Ну вы не берете. С мясом ничто не строится. Железное лучше использую против хинопсов. У меня даже, кстати, записи о хинопсах вообще нет.
ни одной записи об хинопсах. Неплохо было бы, кстати, и разжиться. Может, это вообще. А это вообще Циди. Как Циди, ё-моё. Вообще другое. Нифига, я думал, это Хинопс. А это не Хинопс. Это более сильное. Тогда может попробовать его просто обойти. Раз мы его убить-то сейчас не можем. Дедус, обойдём? Так, они там. Идешь, дед. Довольно! Довольно! Блин, где ты меч достаешь? Вообще не реагирует. Вот мы и пришли. Спасибо тебе, сынок. Я не твой сынок. Нравишься ты мне. Заходи как-нибудь ко мне в гости, сынок. Покажу тебе свои книги, угощу тебя гуляшом, чайку попьем. Ты ведьмак, да? Недавно я встретился на болотах с одним ведьмаком. Хорошим манерам его явно никто не учил. Ему нужен был круг стихий. Круг стихий? Это особое место силы, посвященное стихии земли. Им занимаются друиды. Если хочешь узнать больше, расспроси их как-нибудь об этом. Ты встречался с другим ведьмаком? С этого места поподробнее. Сынок, его звали Беренгар. Он интересовался разрушенной башней.
и выглядел так, как если бы, прошу прощения, у него был недельный запор. Наверное, это неправильное питание. Меня не интересует его проблема с желудком. Я знаю, сынок, но он боялся. Он почти все время провел около ям, где эти идиоты купаются в глине, как кроты. Больше ничего не знаю. Спасибо, дедушка, ты мне помог. Стоп. Зигфрид уже. Что-то пещера. Похоже, здесь вход в пещеру. Пожалуй. Вот, когда Сурсик будет, честно говоря, не знаю. А, это Эхинопсис. Он как не будет. Пожалуй. Полезного нет. Еще вот и привезли.
просто это призрак будет мочить лучше серебряно. Сохранимся. Все атаки на вас. Противника. Понял? Сохранимся. Собрал почти все сефироты. Раз, два, три, четыре, пять, а потом 10. 8. Все. Наушники разрядились. Ё-моё. Куда-то провод подевал. Ё-моё, чё не будет-то? Ну, чё, придётся без наушников, наверное, дальше. Ужас, блин. Да уж. Не, ну звук надо выставить хотя бы свойство. Вот так вот. Пусть будет хотя бы.
Надеюсь, вам хоть что-то слышно. Ох, не знаю. Плохие у меня воспоминания об этом. Где выход? Это вроде. Нет, ну можно, конечно, проходить на кнопку сделать. Только вот когда... Ой, нет. С этим крокодицием я не хочу разговаривать. Да, сегодня вряд ли выйдет, у меня уже просто 10 часов. И еще у меня сели наушники. Поляна лесоруб. Лойзапольд. Кто ты? Геральт, ведьмак, друг. О. Это мы еще посмотрим. А я с кем имею честь разговаривать? Лойза, я говорю от имени дровосеков. Я бы хотел поговорить. Продолжай. У вас есть работа для ведьмака? Несмотря на все опасности, мы справляемся. И звери оставили нас в покое. Значит, ничего? Ну, может быть, работа для того, кто умеет рисковать? Слушаю тебя внимательно. Сейчас на болоте должно цвести растение двустрел. Это редкое растение, и у него как раз начинается период цветения. Я так понимаю, это ценное растение. Само растение не особо, а вот наркотики, которые из него делают. Если сможешь собрать цветы на болоте, мы оба подзаработаем. Я буду ползать по грязи и сражаться с монстрами, а прибыль мы поделим пополам? Ты не знаешь, как выглядит двустрел и кому его можно продать, а я знаю. Ладно, поиграю в травника. Прекрасно. Цветки двустрела похожи на цветы мальвы. Они растут редкими пучками по всему болоту. Продать их можно паромщику на пристани. Если не сможешь ничего найти, спроси ребят, которые живут на болоте. Может, у них со зрением получше, чем у тебя? Ладно, отнесу эти цветы паромщику, как только их найду. Понятно. Так, костюм. А, все, костюм, точку. У меня, по-моему, 4 уже есть. По-моему, собирал. Вот. Да. Я их еще нашел в предместье. Обелиск Бина. Топи. Кого топи, непонятно. Сефирот слился с обелиском. Уже древняя магия все еще действует. Ага. Судя по всему, это покрытый был обелиск старше самого болота. Жаль, что я не могу прочитать руку. Прикольно. О, вот он, я нашел этот чудный лес. Значит, скоро будет новый уровень. Кай. Огромное дерево, необычные символы, ручные животные, даже... В чем дело? Я собираю сведения о башне мага.
Она стара и давно позабыта, но внутри есть сила. Увы, внутрь никак нельзя проникнуть. Никто не пробовал? Многие. Но обычные воры и маги, жадные до знаний, не знают, как открыть двери башни. А ты знаешь? Во время странствий по болотам ты должен был видеть старые камни, покрытые странными символами. Это узлы потоков могучей энергии. Давным-давно мы заметили, что эти потоки пересекаются в странном месте. В башне? Ха! Если ты такой любопытный, проверь сам. Это бесценная информация. Благодарю тебя. Старые тайны лучше не трогать. Башня проклята. Не знаешь, где я могу добыть копию старинного алхимического трактата «Айн Софаур»? Мало что можно легко найти на болотах. Но спроси у этого безумца дедушки. Он подбирает все, что находит. Может быть, он нашел и эту книгу. Я проверю. Гуд. Добро пожаловать в круг друидов, путник. Приветствую. Чудесное место. Я прихожу сюда, чтобы поразмыслить. Умиротворенность этого места помогает очистить разум. Даже ведьмака здесь примут с радостью. Остается только добавить, что я вот-вот смирюсь с собственной особенностью и обрету дом, которого у меня никогда не было. Сейчас расплачусь, как ребенок. Сарказм — лишь проявление внутренних комплексов. Всегда мечтал познакомиться с эльфом-психоаналитиком. Я несколько десятилетий провел среди людей. Постичь глубину вашего сознания не сложнее, чем разобраться с конструкцией молотка. Несколько десятилетий? Проживи любой эльф столько времени среди людей, и он обречен перенять от них гораздо больше, чем ему самому бы хотелось. Уж кто бы говорил, специалист по чудовищам. Вижу, в остроумии тебе равных нет. Меня зовут Геральт. Я Евин. Давай поговорим. Что ж, хорошо. Так. Я ищу кого-нибудь, кому могли бы пригодиться услуги ведьмака. В таком случае ты его уже нашел. Мне нужно доставить одно письмо в Вызиму, а самому мне там появляться крайне нежелательно. Ты ведьмак, и тебе не составит труда разобраться с чудовищами по пути в город, а также со стражниками у ворот. И кому я должен доставить это письмо? Буду премного признателен, если ты доставишь письмо краснолюду Вивальди, а затем вернешься сюда с его ответом. Согласен. Ну я давай, с Вивальди, поможем Вивальди. Благодарю тебя. Может, как связано с его банком? О. А, я тоже... Это Иртон. Кайф. Так, мы уже получили 4 знака. Остался еще один. Да? Еще один, по-моему? Аксий. Голем. Понятно. Странное место.
Похоже, эти великаны застыли на месте за одно мгновение. И уже достаточно давно так стоят. Плохо. Какой ты меч опять берешь? И шаг. Какой нахрен Ирден? Здорово, Банни Шарк. Беги. Это сразу. Рот спануло. Бабочками давно было? У меня она была всегда. Просто включать ее не всегда будет. У меня освещение такое хорошее. А, ой. Куда я иду? Я не понимаю, куда я иду. По-моему, я иду куда-то не туда. Еще мне не помешало выпить ласточку. Нет. Что? Вот не хочу я с тобой разговаривать. Кстати, надо сейчас еще к этому Едусу будет зайти. Есот, у меня есть Есот? Мальхут от... Вот, есть Есот. Кайф. Так, если у меня имеется Есот, это гуд. Так, ага. Старая дорога. Сефирот слился с Обелиском. Похоже, древние магии все еще действуют. А где, кстати, Дедус-то находится этот? Дедус. Вот он. Мне надо туда. Там чей-то труп валяется, офигенно. Так, кинжал ассасина. Неплохо. Только всегда забываю использовать вот эти вот дополнительные оружия. Ни разу их не использовал. Что у него? Этот кокодицей растет у дома прям. Что, угораешь? Так, сохраняемся, не забывай сохраняться. Чем чаще сохраняешься, тем это гораздо будет лучше. Главные человеческие кости. Меня сейчас стошнит. О, да. А, да, это мой дом. А этот череп и мозг на столе. Человечьи? Да. Мясо? Да. На тарелке и в чашке? Верно. Но прежде чем эмоционально реагировать, выслушай мои оправдания. Какие могут быть оправдания у каннибала? Ты бледен. Кушать хочешь? Я бы не стал тут есть. Почему ты ешь человечину? Мне нравится. На вкус как цыпленок и для здоровья полезно. Фунт человечины — это как... Хватит, спасибо. Сам спросил. Подчеркиваю, что я соблюдаю правила. Например, я никогда не ем детей. Да уж, благородство. Не надо сарказма. Иногда я кушаю друида, кирпичника или лесоруба. Особенно люблю эльфятину. Это мясо ароматное и словно пропитано кореньями. А краснолюды?
Жилистое и жесткое мясо. По правде говоря, я только один раз попробовал, и я не уверен, что это был краснолюд. Я за это мясо с утопцем подрался. Мне достался кровавый шмат, который узнать уже невозможно было. Достаточно. Как хочешь. Больше ничего не скажу. Ты не заслуживаешь жизни, а я как раз профессиональный убийца монстров. Вот так-так. Всегда можно убить меня, но от меня больше проку, пока я жив. Я многое знаю и изучил это болото вдоль и поперек. Я уверен, что я тебе еще пригожусь. Так я тебе и поверил. Ты сбежишь, как только я уйду. Я слишком стар, чтобы снова пускаться в бега. Я тебя не обману. Ты пришел на болото с важной целью. Тебе важнее ее достичь, чем убить старого людоеда. Знай, я храню ответы на многие загадки. Ладно, живи. Пока, мест. Я всегда его сохраняю, когда играю. Меня радует. В знак доброй воли я дарю тебе этот рецепт снадобья. Эта информация может тебе пригодиться. Тебе? Может быть, мне? Яд повешенного. Так, блин, у меня места вообще нет. Мне кажется, столько алкоголя мне не нужно. Неизвестный эликсир. Так, он говорил про какую-то книгу, что у него есть какая-то книга. А где эта книжка? Вот она. Eins of Aurus. Как читать правильно? Eins of Aur. Eins of Aur. Есть ключевых элементов мира, есть... Да, их 10 должно быть. Я собрал 5. Осталось еще чуть-чуть. 5 есть хочется. Ну, беда. Так. Сюда можно помочь выйти? А, нет, здесь у него просто печка. Понял. Ага. Так, ничего нету. Жалко. Жалко, у пчелки, конечно, здесь крайне спорно. Блин, дом весь разваливается, ужас. Вон, выстрел. Он меня сразу отравляет, буквально сразу же. Первым же выстрел. Так. Как мне от этого акцизии избавиться, я вообще не знаю. Может быть, у него как-то слабое место. Он все равно меня очень быстро убивает. Я в душе не понимаю, как он. Обелиск Мах... Я думал, обелиск Махмуд. Мальхуд. Все больше и больше эльфов по круге. Боюсь, нелюди что-то дурное замышляют. Где моя кошка? Ба-ба-ба. Приветствую. Ба-ба. Здрасте, Милздаль. Здрасте. Что это с тобой? Сейчас ничего. Но когда мне было 6 лет, мне кирпич упал на голову. Это такая игра. Кидаешь в воздух кирпич, считаешь до 5, и нельзя, чтобы кирпич в тебя попал. Но я плохо считаю, и мне сказали, что из-за этих кирпичей я теперь глупый. Ба! Ага. Если хочешь узнать, как добраться куда-нибудь, ты туда пришел. Я никогда не теряюсь. Ба-ба-ба! Что ж, значит, мне повезло. Расскажи мне про болото. Ба-ба! Болото широкое, глубокое, комары жрут. Ух ты, как же они жалятся! Кто живет на болоте?
Друиды, кирпичники, дроворубы, монстры и комары. Вот кто. Хм. Баба-ба, о чем еще хочешь поговорить? Так, про комаров. Мне про комаров. Проклятые жужжащие кровопийцы. И с каждым годом их все больше. А больше всего их у башни. Башня? Да, если пойдешь прямо на запад, а потом у хижины на юг повернешь, тогда точно до башни дойдешь. Баба-баб. Но она закрыта. Там нет ничего, кроме дурацких комаров и големов. Баба-баб. Угу. Расскажи мне про кирпичников. Кирпичники энтомы, ба-ба-ба. Пойдешь вон туда прямо, как струя, и там будет деревня. Там есть старейшина, которой нужно подчиняться. Мы делаем кирпичи, ба-ба-ба. Что еще ты хочешь знать? Прощай. Понятно. Такая музыка здесь напрягающая, реально. Вообще ужас. Так, вот, Жан-Пьер, сейчас мы тебе сдадим шкурки. А паромщику сдадим двустрел. Кто-нибудь хочет Что? Лойза передает привет. Я принес твои травы. Наконец-то! Я уж и не надеялся. Вот, 5 соцветий двустрела, как и договаривались. 400 аренов и передавай... Коня. Что? Прощай. Так... Yep. Наконец-то! Достал шкуры? Да. Да. Вот. О боги! Отлично! Титул королевского егермейстера у меня в кармане. А если нет, я всегда могу стать наемником. Прощай. О, новый уровень. Так, 2000 только у меня. Маловато. Чего он мне дал-то сколько? 100? 100 золотых, наверное, всего лишь. Давайте сохранимся, правда. Эти топкие ямы, видимо, не что иное, как глиняные камни. Алтарь водяных. Топится, сплошные утопцы. Я думал, хоть плаваны будут. А тут... Нет кого. Все, никого больше. Надо еще заказ для Увардена выполнить. Было бы неплохо, по крайней мере. Так, обезображенный труп. Девушки с синими монстрами, видимо, что смерть сбивает удар мечом. Неизвестный эликсир. Так, алтарь водяных. Ничего там нет. Так, что-нибудь есть интересное, нет? Все. Больше ничего интересного нету? Да, не густо, конечно. Храм Мелителя. Костер, костер. Круг элементов. Место силы. Дом Баски. Двери в дом Баски. Странник из дальних земель.
седой, но не старый. Непобедимый, но покрытый шрамами. Он утратил то, что ныне ищет. Как мне звать тебя, добрая женщина? Я Васка, старейшина этой деревни. Геральт, ведьмак, мое почтение. Чем занимаются жители деревни? Мы простой народ. Мы умеем только добывать глину и делать кирпичи. Кирпичники? Почему же никто не работает? Тяжелые времена пришли к нам. Ответь, странник, что делают ведьмаки? Мы решаем проблемы. Хочешь спросить о чем-нибудь, беловолосый? Почему же никто не работает? У вас тут завелись чудовища? Воистину так. Существа, которые убивают работников, свили себе гнездо в глиняных ямах. Понятно. Как они выглядят? Как будто утонули, но потом восстали. Похоже на утопцев. Я могу прикончить их. Мы бедный народ, беловолосый. Я не смогу дать тебе за это больше, чем 50 аренов. Этого достаточно. Куда мне идти? В сторону пристани. Но выбери другую дорогу на развилке. В конце ее ты найдешь глиняные ямы и наших мучителей. А, я их уже перебил. Я избавился от утопцев. Ты проявил к нам милосердие, а я тебя обманула. У меня нет денег, чтобы заплатить тебе. Но я не хочу, чтобы ты ушел без вознаграждения. Возьми этот амулет. Это Хесед, символ милосердия. Сойдет. Будь благословен. Теперь мы сможем подготовиться к приходу владык. А кто эти владыки? Водные владыки имеют большую силу. Мы поклоняемся им, а взамен получаем милость тех, кто приходит из вечных глубин. Любопытно. Все, что приходит в голову, это рыболюди водяные. Как ты смеешь использовать язык богохульства, когда говоришь о водных владыках? Эти имена оскорбляют владык. Понятно. Я бы хотел что-то узнать о башне на болотах. Ты как меч разрезаешь покров тайны. Тот, кого зовут дедушкой, удовлетворит твое любопытство. Я же буду хранить молчание, пока не придет назначенный срок. Ясно. Одна. Пять, два, да, теперь у меня две пары всего лишь. Так, что у нас здесь? Одна пара на тройку. Сет. Офигенно. Может, хоть что-нибудь выпить нормально. Только тут тройки. Вообще ничего не выпало. Херово. Так, пока что у меня каре это вроде, да? Каре. А, нет, две пары. Каре посчитал.
Я корыто увидел. Пара. Давай. Давай, лишь бы шестерка. 6-4. Давай, 6-4. Ой! Шестерочка. Фулл хаус. Что? Да-да. Я проиграл, как у меня фулл хаус. Что? Нам нужно побольше. Владыки, вот. Что, старое? Смело. Не понял, как я проиграл-то. Да, пора. Две пары. Фигово. Так, у меня наивысшая пара пока что. Давай вот так. Сэп. Я сегодня вообще выиграю, нет? Так, задание, что у нас по заданиям есть? Еще интересно. Так, вызывает монстр, который поначалу. Пристань, а ну на пристань, держаться ночью. Ну ладно, сейчас как раз определим очки и... Может быть, приготовим комментирую. С остальной или серебром, мне кажется, он должен одинаково сражаться. Арт. Необходим подмастерье. Это зараза. Сила. Интеллект. Чё это нам дает? Так, и зельки. Черная кровь. Йога.
Вот это нам нужно, чтобы сражаться как минимум с той чертилой, название которой я забыл. Вот это там какая... Кокондиция или как она там? Кокондиция довести, короче. Давай, что, ничего будет? Нет? Все? Алис? Не Алис. Все, теперь можно идти. Эл, ты. Что? Что? Готов? Да, плывем в гор. Конечно, готов. Всегда готов. Блин, устал уже немного играть. Сейчас надо будет что-нибудь похавать. Приготовить что-нибудь вкусненького. Надо будет купить себе лампу, которая будет светить на меня. Ну как светить на меня? Отражать свет. Ого, стоп, все. Что делать стража, скажите мне? Он вообще существует по ночам, нет? Пляж. Орена. Вау. Magic. Так, где имущество? Вардена искать. Лео. Черный порох. Мне почему найти рецепт этого самого, как делать петарды. И было бы вообще славно. А я его тут собрал. Филин. Почему я филину так делаю? А что, не стакается? Сир Рубеда. Ага. Прикольно. Столько серебряных колец мне надо продать. Хесет. Нафига мне столько наборов игральных костей? Ведь я его даже выкинуть не могу. Он мне мешает. Факел, нафига мне факел нужен? Вот
как вообще горящий факел лежит в бочке? Вот кто-нибудь может ответить? Как это так работает? Что это? Что это? Страх Деврие. Нормально. Только зачем мне видеть невидимое? Это довольно хороший вопрос. Там скоро цвет прыгает. Он меня как-то напрягает. Дверь в дом Алькштейна. Так, нет, я уж не он. Вивальди. Шачья шерсть будет туда. Геральт! Что происходит? Мы арестовываем его за сговор с террористами. Он? Воин Скоэтаэли? Его племянник служил в том отряде, что Орден взял в плен. Отряд, который убил жителей деревни около Визимы. Они не признались, но мы знаем. Нет, это ошибка. Мой племянник молодой и глупый, но он не убийца. Был глупый. Его уже повесили, и перед смертью он признался, что общался с тобой. Хорошо, что мы загробастали их до того, как они заполучили груз оружия. Харин, настоящий патриот, погиб, когда заманивал их в ловушку. Собирай свои манатки, Вивальди. Будешь горевать в каземате. Вот это да. Я не хотел вмешиваться в дела Гавинкара со Скоэтаэлями. Молодые дураки не оставили мне выбора. Харен испугался мести белок. Он предал всю команду. Я думал, что он обеспечит свою безопасность и получит вознаграждение. Сейчас молодые нелюди кормят собой ворон. Победители в этом конфликте. Ведь наверняка найдется тот, кто отомстит молодежи, борющейся за свободу. Кто-то использует эти смерти в своих целях. Только пожиратели падали и будут сытые. Вороны. Что ж такое? Ну, конечно, нам надо дойти, наверное, в тюрьму. Хотел бы я встретить того болвана, который связал сбрасывание змеиной кожи с возрождением, а потом с медициной. Что? Тут кнопка войти была. Профильно. Ну ладно. Допустим, допустим. А что ж так долго этот эффект-то длится? Ужас. Ужасно долго. Мне не нравится, мне глаза аж болят. Так, Деврие.
Хорошо. Так, еще этот эликсир. Что это? Ага, все, наконец-то мы хоть узнали, что это. Так. Белый мед. Вот и ладненько. А могу я поговорить с Вивальди? Даже не думай. Любой арестованный за пособничество с Коэта Элем – политический преступник. Не лезь к нему. Прекрати пороть чушь. Он всего лишь старый краснолюд. А чего это ты за него вступаешься? Мне нужно с ним поговорить. А мне все равно. Плати 200 аренов залога, тогда я его выпущу и делай с ним что хочешь. Вот твои деньги. 200 оренов на него потратил. Что привело тебя сюда, ведьмак? У меня послание для тебя от Еевина, из лагеря на болотах. Еевина? Можно даже не читать. Я и так знаю, что ему нужно. Знаешь, ведьмак, все эти эльфы, люди, краснолюды, всем им в результате нужно одно и то же. Деньги? Именно деньги. Загляни ко мне чуть позже. Я подготовлю ответ для Еевина. Согласен. Только не рассчитывай получить от меня награду за это дело. Наверняка Еевин уже что-то тебе обещал. Сейчас у меня нет времени. А в смысле? Сейчас у меня нет. А мне книжка нужна. Вот зараз. А, подожди, там это... Еще с кем-то надо поболтать было в тюрьме. Не знаю, туда ли? До встречи. Так, ясно. Угу. Караульное помещение. На слова обрезаются, конечно. Следер. Вампир. Не надо давать ему вот это вот делать. Офигеть, тут вампиры гуляют. Конечно, низший вампир, но все равно. Это напрягает. Ай, даже места нет, офигеть. Вон инвентарь. Субечка. Так, собачка. Кто хранит Орен вообще по бочкам? Кто их раскладывает туда? Мне интересно просто. Вышибал, разбойник. Рыцарь ордена. Ой, шея болит. Твоя мамаша спасет у краснолюда. Грабить, что ли, кого-нибудь?
настоящим грабежом это не сравнится. Могила. У меня есть к тебе вопросы. Ты забыл, с кем говоришь? Мне достаточно крикнуть, и ты не успеешь посчитать до трех. Как тут будет дюжина молодцов, которые сделают из твоей задницы большой каньон. Ты не успеешь посчитать до трех, как будешь трупом. Ну надо же! А волчонок умеет рычать. Может, он еще кусается? У меня тут одно мокрое дельце намечается. Подсобишь? Я презираю таких, как ты. Презрение, волчонок. Это привилегия образованных. В остальных это признак соплячества и невежества. Плевал я на твою детскую наглость. Чего надо? Я был у Талера и нашел у него вещи того, кого ищу. И какое это имеет отношение ко мне? Они принадлежали ведьмаку. Как они к тебе попали? Мы их нашли. Твой дружок вляпался. Связался с Саламандром. Спроси людей на тех болотах, где мы нашли эти шмотки. Понятно. Хочешь чего-нибудь купить? Видел когда-нибудь знак Саламандры? Оставь меня в покое. Но... Отвали! Отвали! Ясно, теперь мне даже работа не даст. Блин. Черт! Опять! Я хочу отдохнуть. Свободная комната есть? 5 оренов. Так, ну естественно, мы никакой зелье приготовить не можем. Мне просто нужно дожить до утра. А что сейчас делать? Ничего здесь бегать. А, не хочется вообще никак. Кстати, мне интересно, меня хорошо слышно или плохо? Игру. Так, сейчас, значит, к Леоварду. К этому самому и к тому. Да, хорошо объясняю. Хочешь немного расслабиться, красавчик? Только немного. Но это уже от тебя зависит. Я открыта для предложений. Давай-ка поболтаем. Хорошо, начнем с разговора. Но я рассчитываю на большее. Удиви меня. О любви мы знаем немного. Любовь, что груша. Она сладкая и имеет определенную форму. Но попробуйте дать определение формы груши. Я не поэт, но я узнаю грушу, если увижу. Ты просто очарователен. Если так пойдет и дальше, мне захочется попробовать этого фрукта. Есть работа для ведьмака? Да, есть парни, которые создают проблемы моим девочкам. Разберись с ними, и мы тебя наградим. Щедро. Я посмотрю, что я могу сделать. Где я могу найти этих парней? Я знаю 3 места, куда они часто заходят по ночам. Отметь их на моей карте. Угу. А чтоб тебя... Не пока. Чё? Чё? Могу. Нет. Пока. В смысле? В смысле не... Я друг этого самого. Как его? Блин, забыл его имя. Зигфрид, вот.
Так. Вот это нам надо. Ничего ценного нет. А где здесь эти? Странно, я его не вижу. Где секрет-то? Как мне к нему пройти? Прикол. Я слишком много работаю. Садовник. Больничный сад требует особой заботы. Кажется, тебе нравится то, что ты делаешь. Нравится? Я люблю растения и хорошо их знаю. Но жизнь я провел в кровопролитии. Вот теперь у меня появился шанс на мир и покой. Кровопролитие? Нечем тут гордиться, но я наемником был. Надо было как-то на жизнь зарабатывать. Только теперь уже это все позади. И я рад этому. Я пришел по объявлению. Ты похож на воина. Убьешь для меня несколько эхинопсов? Конечно. Принеси мне его корневище как доказательство. Чё, меня нет? Драгора. Ясно. Ну, мне, наверное, нужно будет знать. Я бы о них. Блин, где Зигфрид-то? Ладно, погнали тогда к Леовардену, но пока. Раз мы его найти не можем. Ужас какой-то, просто. Кстати, скоро будет опять новый уровень. Нам осталось буквально чуть-чуть. Черту все. Лучше бы я был в полиции. Купец из рыданий. Да? Пристаньте. Я знал, что профессионал сможет с этим справиться. Вот твоя награда. Спасибо. Пусть твой бизнес процветает. Да? Да, да и да. 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 Так, ну. Так, ну вроде больше все, больше ничего нету особо. Блин, еще почти 2,5 кэса надо нафармить. Мне слишком... 800 очков осталось. Мне кажется, если мы сейчас Зигфриду зададим за тянь, то у нас есть все шансы повысить уровень прямо сейчас. Все из башни, здесь пауза на пробел. Это частенько напрягает. Блять, и
Ты тоже. Рыцарь ордена. Сила, что внутри нас, исцелит этот мир. Зигфрид упоминал о тебе. Да. Заперт, зараза. Могильщик. А, прикольно. За этими воротами меня ждут мертвые и восставшие из мертвых. Сосна, дуб? Или, может быть, небольшой красивый курган? Целый склеп? Прикинем на глаз. Локтей 5 шириной. Мне не нужен гроб. У меня нет семьи, и я не планирую умирать в обозримом будущем. Ну, можно и так. Но, может, мы все-таки устроим небольшое дельце. Какое дельце? Скажем, партнерство. У тебя такой здоровый меч со спиной. Ты же им наверняка головы рубишь. Все просто. Как только ты отправляешь в путь новую душу, ты сообщаешь мне. Я организую гроб, а ты получаешь свою часть золота. Ты псих. Не псих, а просто изобретательный. Работа у меня, как любая другая. Не валяй дурака, мне нужно другое. Что? Чего вам надо? Я пришел по объявлению. Да? Я так понял, что тебе нужны 6 кувшинов собачьего сала. Прежде всего я хочу, чтобы ты убил как можно больше этих шавок. Принеси мне... Почему кладбище закрыто? Потому что мертвые вылезают из своих нор и отказываются покоиться с миром. Пошутил я. Не бойся. Они остаются в могилах, пока светит солнце. Но кто-нибудь должен навести порядок. Даже здесь по вечерам небезопасно. В конце концов, пообещают какую-то награду, но пока что это никого не волнует. Ну, когда будет вознаграждение, я возьмусь, а пока пусть будет как есть. Бывай. Ну, герой. Думаешь, легко упокоить беспокойного мертвеца? Делай, что хочешь. Может, тебя... Ну, и дождь льет за окном. Наградит. Не лишний будет проверить. Что? Чего вам надо? Прощай. Угу. В принципе, бизнес вот этим вот был бы неплохо, конечно. И как он бы мне дал? За рыцаря ордена. Наша жизнь принадлежит ордену. Сударь, можно взглянуть. Простите, сударь, но мы продаем. Прощай. Я вот этого всегда не понимаю. Вчера он про меня слышал, а сегодня про меня не слышал. О да. Вот. Надо принести фишных юзу. У меня была баночка, я случайно ее употребил. Раза. Погнали, сейчас, короче, крепи. Ах ты ж. Шми сейчас. Может, придется дождаться ночи. Я умираю, я знаю.
заблудился? Кто здесь живет? Кто тебя воспитывал? Тебя не учили, что нехорошо отвечать вопросом на вопрос? Я могу спросить иначе. О, наглости тебе не занимать. Это дом могилы, и мы его охраняем. Он нам не говорил, что ждет мутанта, так что убирайся. Уже ухожу. Надо найти способ избавиться от этих. Неплохо. Если бы у меня только были деньги, они задрали цены на свои услуги. Куда катится мир? Я не могу медитировать, когда огонь погас. Я не могу медитировать, когда огонь погас. Надо его разжечь. А, ну я весь кремень выложу. А я хорош. Первый раз в жизни вижу такого странного типа. Ах, блин, забыл уже. Мне уже туда. Туда сейчас буду ходить, блин. Будьте шесть. Стража властная, время развелось. Брок, скрипач, пацанка. Да. Хочешь? Стори на фиг. Парасет. Хочешь на нет, а что? Хотя раз уж ты сказал. Да. Есть тут кое-что. Дом с привидениями. Там, правда, работа больше для экзорциста, а не для ведьмака. Привидения? Сомневаюсь. Меня интересует результат. Стулья должны стоять на месте. Двери не должны открываться сами по себе, а кастрюли должны оставаться на стенах. Берешься навести там порядок? Я займусь этим. Это прекрасно. Ты не пожалеешь. Дом расположен прямо рядом с входом в канализацию, возле ворот, ведущих к дамбе. Хотя стекольщик лучше справился бы со сквозняками. Погнали. Теперь можем зайти и к Юзу, и к этому. Офигенно просто. Просто бестия. Черт, какой уродец. Рельеф. В смысле, что это? Прикол. Что-то жить-то надо. Рельеф. Интересно даже. Мне больно. О, про этот дом говорил. Да, вроде бы.
И что творишь ты? Что? Как? Кайф. Я знаю, тут кое-что еще, что есть в подземелье, по-моему. Для этого мне надо выпить. И, пожалуй, это... Не знаю, поможет мне оно сейчас. Масло не может. Так, алмазная пыль, ага. Кошка. И, пожалуй, пургу. Да. Чем будет пургу? Все, ну поехали. Да, выбей. Сейвимся. Еще раз. Что тут три грайвера? Ну. Сразу. Ну, вставай. Встаем. Я ведь с ними как-то даже справлялся. Так, значит, что нам сейчас надо? Чем бы так убить грайвера? Может, реально дальше пытаться? Ну, что стоит? Алло, мастер Гермонт. Ну!
Офигенно. Белый уксус. Порох. Да, не кусок, конечно. Так, мне надо выбить белый мёд. Сразу отпустила. Льёт как из ведра. Оп, не туда. Малость не туда пошли. Жалко, конечно, что я не могу найти Зигфрида, вот это мне жалко. Должен быть тут. А его тут-то нет. Кирпича не видел? А что? Дела обделывали с этой деревенщиной, а он смылся, да? Возможно. Ну, считай, что тебе повезло. Говорят, что с его партнерами часто происходят несчастные случаи. Знаешь, где его найти? По вечерам он встречает грузы на дамбе. Но если ты ему оказываешь услугу, узнай, зачем ему это надо. Хорошо. Если узнаешь какие-то новости, сообщи нам. Мы тебя щедро наградим. Прощай. Понятно, значит, надо это надо. Хильдегарда Зоосток. Что за горе? Мой муж преследует меня. Что же мне делать? Преследует? В спальне? Мой покойный муж преследует меня. Интересно, расскажи подробнее. Может, я смогу тебе помочь? Да что тут рассказывать? Месяц назад мой муж умер и стал привидением. Теперь он преследует меня в собственном доме, воет по ночам и совсем не дает спать. Но просто металлами тут сама собой, это вообще нормально. Продолжай, я слушаю. Что хуже всего, в полночь он летает по кладбищу и выкрикивает обо мне всякие глупости, злословит и порочит мою репутацию. И я боюсь даже подумать, что скажут люди. Наверняка уже вовсю сплетничают. Успокой его, умоляю тебя. Я постараюсь, но это будет стоить тебе 200 оринов. Такова цена моей работы. 200? Изрядная сумма. Что за мир? Что за люди?
наживаются на горе других. Хорошо. Разберись с ним, и я тебе заплачу. Где мне тебя найти, когда я покончу с работой? Я буду приходить сюда каждый день, в полдень. Это очень неудобно. А почему я не могу забрать деньги, когда я этого захочу? Ты с ума сошел? Мой муж летает по улицам, выкрикивая «Бог весть что!» и пороча мою репутацию. А ты хочешь, чтобы меня увидели в компании убийцы, у которого два меча за спиной? Я уже сказала тебе, где ты сможешь меня найти. Пока. Льет в полную силу. Наказание Божье. Ничего не видно из-за этого дождя. Так, мы сейчас на дому пойдем, только потом пойдем на кладбище. Если это все, что я видел, потеряешь половину своего золота. Да, но постой-ка, кто-то идет. Опять этот беловолосый, который лезет не в свое дело. Он нас увидел. Осторожно, этот ведьмак очень опасен. Наконец-то прием, которого я заслуживаю. Ведьмак? О чем вы так мило болтаете? Прекрати притворяться дураком, ведьмак. Ты знаешь. На самом деле знаю. Кстати, ты мне так и не заплатил. Это правда. Вот твои 100 аренов. И я тебя прошу, не выдавай меня. Почему бы и нет? Потому что я помогаю Винсенту в борьбе против тайной организации Саламандры. Это дело национальной безопасности. Не очень-то у вас выходит. О, это потому что какой-то идиот все время путается у нас под ногами. Убивает Саламандр, расстраивает наши ловушки и планы. Хм. И кто бы это мог быть? Понятия не имею. Но если я на него наткнусь, я ему обе ноги переломаю, чтобы он больше не лез в чужие дела. Что ж, информативно. Всего лишь 100 аренов мне дал за это. За два призрака. 100 аренов. Очень невыгодно. Я на зелье больше потратил. Да, вот на жизнь ведьмачья. Убиваешь, дополнительную работу сделал. А тебе 100 аренов за два призрака. И ладно бы утопцы, это даже дофига. Потому что обычно берут 80, как мне говорил тут. Тот самый, как его там забыл, что зовут. Ужас. Ай, погнали к Юзу, что ли. Дадим его в хештеха. Пусть порадуется. Хорошего физштеха я никогда не отказываюсь. Расскажи мне про этого пленника, Саламандру. Но... я почти ничего не знаю. Хотя бы скажи, где он? Наверное, я могу тебе сказать. Его отвезли в лечебницу Лебеды. Спасибо. Лучше бы тебе когда-нибудь покончить с этой привычкой. Может быть, но явно не сегодня, ведьмак. До встречи. Угу. Блин, я там уже был, я его это вообще не видел ни разу. Это тут, конечно, минус, то, что нельзя пройти самому, если ты уже знаешь, что где.
запер. Шани. Мы все умрем. Вот это да. Надежды не... Держись подальше от пленника. Десять аренов, серьезно. За вход заплатил почти сотку. Держись подальше от пленника. Я просто хотел задать пару вопросов. Не сейчас. Возвращайся вечером. Здесь будет меньше людей. Конечно. Мы все умрём. Ты смотри, уборщица не рано заглянула. Геральт, тебе удалось выйти из тюрьмы. Да, хотя это и было нелегко. Я слышала всякое о твоих похождениях. Я был занят. Вижу, ты работаешь в лечебнице. Именно. Борюсь с чумой. Не очень много времени остается на болтовню. Когда мы сможем поговорить подольше? Я сняла комнату в северной части города. Заходи после работы. Хорошо. Только быстрее, мне нужно работать. Чем я могу тебе помочь? Твои умения тут не помогут. Если только нам не нужен будет кто-нибудь, чтобы прикончить безнадежных больных. Ну... Мы пока не смогли найти лекарство от чумы, но скажи, ты знал Русти? Не припоминаю. Жаль. Прежде чем умереть от чумы в Мариборе, он обнаружил, что некоторые травяные экстракты замедляют развитие болезни. Тебе нужны эти травы? Да, лучше всего подойдет хербозериал, известное в народе как ласточкино зелье. К сожалению, оно обычно растет в труднодоступных болотистых местах. Посмотрим, что я смогу сделать. Принеси его столько, сколько сможешь. Каждое соцветие на счету. Я видел... Да, они некоторое время назад доставили этого беднягу. Его страшно покалечили. Кто его покалечил? Понятия не имею. Стражники со мной не говорят. Они больше заинтересованы в том, чтобы он скорее выздоровел. Должно быть, он важный заключенный. Я бы хотел задать этому человеку несколько вопросов. Думаешь, стражник меня пропустит к нему? Приходи вечером. Меньше народу вокруг. Тогда стражники могут стать поразговорчивей, особенно с кружкой крепкого пойла в руке. Я еще вернусь. Только быстрее, мне нужно работать. Есть кое-что. Это может подождать до вечера? Ну... Приходи ко мне домой. До встречи. А что, у меня соцветий нет, что ли? А, всего лишь три. Ё-моё, всего лишь три. Надо пять. Ё-моё. Ладно, наверное, на этом будем заканчивать уже на сегодня. Мы и так неплохо постримили, почти 3 часа. Поэтому давайте, все. Всем пока. И до следующего стрима. Может быть, это будет завтра.